Ну, что в России один из тех, кто принимающих устройств, оказывается Московское отделение Коммунистической партии Российской Федерации, возглавляемым проигравшей личные выборы Чебу Рашкиным. Это вообще вдуматься. Но это же до чего дошло, что теперь на деньги империалистов они поддерживают человека, притворяющегося коммунистом. А Зюганов до сих пор его не изгнал из рядов партии. Это вообще что такое? При этом Чебу Рашкин проиграл выборы с диким счетом Петру Толстому. Его протащили, при этом он ложный доктор наук, ложный мастер спорта. В чем он вообще? Кто он такой? Зато сейчас вот на ступенях МГУ тут опозорился. Он еще, который заботится, чтобы об образовании. Этот человек малограмотный. Об образовании задумался. Извините. Вот, поэтому... Куда смотрит, как ФСБ, кстати, так и Геннадий Андреевич Зюганов. Их агентами влияния, которые в России действуют в интересах тех, кто им помог избраться, то есть Чебу Рашкин со товарищами, получается, напрямую спонсируется НЭДом и теми, кто за ними стоят. А это уже, знаете ли, конечно, в России не 37-й год, как этого очень бы хотели коммунисты. Потому что если бы это был 37-й год, Чебу Рашкин уже бы на стройках лопатой. Что вы говорите, какие стройки? Ну, сначала расстрелять, потом копать. Стройки. Стройки это как поощрение. Воспитание. Это поощрение. А Чебу Рашкин хитрый, он бы всех сдал и получил бы возможность строить и командовать.